Здарова всем, это Фриз, и сегодня мы попытаемся развиться с нуля с помощью топорика. Этот челлендж я передаю Фанде, Руде, Домеру и Безобразию. Кто не выполнит челлендж, тот лох-ха. Суть челленджа проста, мы развиваемся с нуля с помощью топора. Ну, вроде все. Как бы начинаем с топора и заканчиваем алмазкой. Перед тем, как мы начнем, напоминаю то, что 50% на меня не подписаны. А это значит, что с вероятностью 50% ты на меня не подписан. Если это так, то подписывайся и ставь лайк. Ну а мы погнали. Ребят, прямо по курсу у нас кикстартер. И давайте на него нападем и посмотрим. Возможно, это наш будет первый кикстарт. Нападаем. Опа, первый удар за мной. Второй удар тоже за мной. Он убегает. Так, он упал куда-то. Давайте его фигачим. Продолжаем фигачить. Он мне вообще ни одного удара не дал. И, ребят, это легкий кикстарт. Отлично, у нас уже есть, ребят, кикстарт. Это хорошее начало. За такое начало можно поставить сразу лайк. Просто сходу лайк. Не забываем, то, что у меня есть свой инстаграм. Он находится в описании. Погнали дальше. Ребят, на меня совершено покушение. Посмотрите, сколько за мной бежит. Нет, это, походу, минус кикстарт. Да ладно, даже алмазники подключились. Вы че, алмазники? Вам нужен кикстарт? Вам нужен действительно кидстарт? Мой обоссанный кидстарт? Ладно, прыгаем туда в трап. Отлично. Хорошее начало. Можно поставить лайк. Да, ребят, эта рубрика заключается в том, что мы развились с нуля. И получается, если мы убились, значит, мы прописываем снова вант и идем снова же развиваться с вант. Да, припишись ты уже, все. Эта грязь меня постоянно, ребят, таргетит. Я вот сейчас ее убью и посмотрим, кто из нас сильнее. Давай, нападай. Давай. Кто кого? Давай. Кто кого? Он мне выбросил топор. Давай, подберем ее. Подберем просто топор и свалим. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ребят, смотрите, что я подобрал. Шарпнис, сколько? Шарпнис 4, ребят. Отлично. Просто с никого, я не знаю, кто это, просто подобрал топор. Отлично. Замечательно, прелестно, круто. Ребят, планирую какой-то челик. Это полуалмазник. А это тот же челик. Это тот же челик, ребят. Ну-ка, давай, иди сюда. Иди ко мне. Давай. Сейчас, ребят, снесем тотем ему. Давай, кто сильнее? Давай. Опа, минус тотем. Отлично, ребят. Это минус первый тотем. Бьем еще. Давай. Мы можем его, ребят, слить. Он оделся. Черт. А, он не хочет, чтобы я умирал, да? Поздно. А, не поздно, слушай, я не умер. Сваливаем. Я думал, что он мне поддастся, но нет, нифига. Он тупо оделся в свою маску, и там от другой челик. Убегаем. Все, отлично. Убежали. Ребят, по курсу у нас кикстартер. Отлично, это то, что мне надо. Здорово, братан, как твои дела? А я к тебе залечу. Залечу на хату твою. Забираем. Убегаем, ребят, убегаем. Говно стреляет. Так, тише. Главное не попасть под стрелу. Замечательно, все, прелестно. До свидания, молодой человек. До свидания, я говорю. Куда надо бежать, непонятно. До свидания, чувак. Мне не нужны неприятности. Я уже твоего друга наубил и убегаю просто. 9 секунд, ребят, осталось. Быстро убегаем просто по лесу. Бежим. Главное, чтобы нас не достали, ребят. Главное, чтобы это челик. 3 секунды. Вливаем. Я ливнул. Отлично, я подобрал большую часть, ребят. Я подобрал весь кикстарт, ребят. Просто замечательно. Половинка хп. Я выжил. Ребят, прямо по курсу какой-то алмазик. Он, походу, нет, он не ФКшит. Ладно, пофиг. Постараемся, ребят, его замагазить. Слушай, у нас есть все шансы. У нас, ребят, он с читами. Понятно. До свидания, чувак. Пока. Говно ты вонючее. Че вот ты читер? Вот почему мне всегда вот не везет. Тупые читеры меня постоянно вот где-то подкарауливают и включают свои обоссанные читы. Вот зачем так делать, чувак? Зачем? Непонятно. Пошел вон. Грязь! У него еще топор. Пошел вон. Я тебе говорю, пошел вон. Давайте, короче, построим, ребят, базу. Чисто базу построим. Опа! Лох. Пропишем хил быстренько. И спустимся на этого читера с небес. Давай. У кого крутой скилл и у кого крутые читы? Да кто-то меня бьет! Меня кто-то бьет! Грязь! Кто сзади бил? Почему такой момент испортил? Почему? За что? Короче, друзья, я тут... Блин. Спустя 5 минут, короче, я себе надыбал вот такой вот кикстарт. И я готов снова продолжать гриферить. Ребят, прямо по курсу какие-то кикстартеры. Алмазник. Оу, фок. Нет, стоп, погоди, сет, хом, все, отлично. Там еще алмазник. Йоу, здорово, алмазник. Блин, меня кто-то еще сзади бьет. Ну почему они втроем нападают? Ну почему? Нельзя вот... грязь. Ну ясно. Ну понятно. Ну давай. Убейте меня. Втроем, вчетвером. Сколько вас там уже? Фиги. Вант. Хом, идите сюда теперь, просто к папочке. Смотри, забирает шмот, на, получай, грязь. Опа, обманул, ха-ха. Так, пошли вон. Ахахахахаха. Ждем, ребят, пока можно будет ливнуть отсюда. И просто одеваемся, и просто фигач. Эх, ты ж грязь, догнала меня все-таки. Ладно, окей, убегаем просто по лесу, ребят. Меня никто не сможет догнать, потому что я супер быстрый, да. 8 секунд, ребят, осталось. Просто убегаем, просто, ребят, убегаем. Просто убегаем.
боже мой. Это так звучит. Секунда. Ну нет, ну секунда осталась. Просто убегаем. 9 секунд. Чертовых 9 секунд, ребят. Просто убегаем и все. 6 секунд. 6 секунд, пожалуйста. Просто убежать и все. Не гони за мной, чувак. Не гонись. Не надо, не стоит это того. Отлично. Я вернул свой кикстарт. И то не полностью. Замечательно. Просто, ребят, прелестно. Я не могу развиться до алмазки. Блин, это очень трудно, ребят. Сейчас, короче, я отхилюсь. Вот таким вот образом. Просто пропишу хил. Пойду на хом. Посмотрю, кто здесь есть. Кто здесь есть. Прикольное слово. И просто снова их очень больно и забью. Давай, 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 давай. Кто кого? Кто? Ах, ты ж грязь. Он очень жёл... А, ну я понял. Я понял, как он бьет, ребят, через щит. Прикольно. Прикольненько, слушай. Научишь меня, пожалуйста, через щит бить? М? У меня нет топора. Вот фигово. Очень фигово, ребят. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Давай, смотри, смотри, как просто бьет. Нормально, нормальный типок. Прикольно, прикольно. Научишь, пожалуйста. Пожалуйста, научи. Я тоже очень хочу быть топовым пешером. Пошел вон, короче. У него алмазный топор, ребят. Алмазный топор. Все, забираем. Половинка хп. Убегаем, убегаем. Ребят, вот это начало, вот это начало. Офигительно. Это эпик. Эпик, ребят, просто эпик. Сейчас убежим. Надо чуть-чуть отхилиться. Запрятаться здесь. Телепортироваться на спаун и ливнуть. Ливаем. Ливаем. Давай, 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 ливай. Отлично, все. А, это второй кикстарт, ребят. Ну хотя второй кикстарт у нас уже есть. Diamond X, отлично. Ложим, кладем, точнее, к себе в запас. Это, короче, наша запаска сейчас будет. И если что, если что, если меня убьют, у меня уже будет второй кидстарт, то есть запаска. Отлично, продолжаем. Ребят, алмазник, алмазник, йоу, здорово. Как дела? Нормально. Это они, ребят, строят, наверное, трапку вонючую, да? Трапку. Ну ладно, окей, окей. А, грязь, ну почему они все с читами, почему? А, ну ясно. Вот это вот параша просто, посмотри, он топер. Топер на кикстартера. Ребят, я тут постоял, а мне тут, дали, как бы. Это считается вообще? Смотрите, мне дают, мне просто дают подгон. Ну, блин, это, конечно, прикольно, но это вообще по правилам? Прямо сейчас, ребят, напишите вниз в комментариях, это по правилам или нет, принимать подгоны. Ну, как бы, блин, я их не принимал, мне их просто дали, я стоял на спавне. Я думаю, что это норм, потому что, ну, как бы, блин, лежит куча вещей, я взял, подобрал. А здесь два тотема и, ну, короче, топовые вещи, да. Ребят, это топ, это топка, это набор властелина за 4 и за... Ой, и точнее, О6, офигеть. В любом случае, напишите, правильно это или нет. Ребят, зацените, какой я замес нашел. Ух ты, ничего себе. Пьем дичайшие бафы, а где крафтью? А крафтью лагает, неплохо. Так, давай, 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 вот на этого типка нападаем. Йоу, 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 здорово. Это то говно, ребят, которое на меня напало. Давай, кто кого теперь, кто кого, давай. Грязь, там травка, ребят, там травка. Это вонючая травка, смотри, в травку прыгнул. Ладно, ребят, давайте с вами тогда попыхаемся. Почему нет, давай, давай, нападай. Опа, опа, давай, давай. И чё? И чё, и чё, и чё, и чё? Ну-ка. Опа, минус. И сейчас второй минус, челик. Так, стоп, 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 стоп. Ах ты ж вонючка. Давай, ты тоже хочешь на меня напасть? Давай, попробуем, попробуем, попробуем попехаться. А, не, не попробуем, слушай, они... Вот это говно вылезло из своей трапки, вылезло из своей норы чисто. Да, так, ладно, давайте вот на этого. Попробуем напасть на него, посмотрим, что из этого получится. Как бы я ему наношу, ну, немного, слушай, не очень много. Он еще пьет свои бафы вонючие. Окей, так, давай, давай. Сейчас его убьем, ребят. Сейчас его убьем. Сейчас, сейчас убьем. Сейчас убьем. Давай. Минус. Да, минус, ребят, минус. Отлично. Это минус. Пошел вон. Пошел вон. Половинка хп. Половинка хп. Минус тотем. Черт. Черт, ребят, минус тотем. Ладно. Окей. У меня есть инстант хел. У меня есть. У меня ничего нету, ребят. Ничего нету. Ливаем, 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 ливаем. Ocean of healing. Опа. Бленский, ясно. Здесь еще приват. Здесь нельзя бафаться. Пошел вон. Сказал. Пошел вон. Все, пошли вон, ребят. Офигеть, слушай, я по... Ой-ой-ой-ой, там перку кинул челик. Перку кинул челик, вонючка. Грязь воняет. Ладно, ребят, мы просто... Ах ты ж грязь, ах ты ж грязь, ах ты ж грязь. Ладно, окей, давай, 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 в шахту, в пещеру чисто. Прилазим сюда, сюда. У меня нет, ребят, бафов просто, бафов нет, бафов ноль. А у него есть, поэтому я не знаю, не знаю. Ладно, просто, ребят, сейчас ливаем, просто ливаем. О, подбираем стрелы, стрелы нам тоже нужны. И ливаем на спаун, отлично, ребят. Protection 4, Protection 2, ну, слушай, Instant Damage 2, Instant Damage 2 неплохо. Слушай, ну, так-то неплохо, мы с них поимели, давайте складируем это все в ЕК. Ребят, здесь какой-то алмазник, ливаем вот этого челика. Давай, давай, иди сюда, иди сюда, иди. Ах, 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 понятно. Ребят, смотрите, какой-то алмазник. Давайте на него нападем. И посмотрим, насколько... А, это тот же челик. Окей, давай, 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 давай. Сейчас я чуть-чуть убегу. Типа сделаю вид, что ливаю. Мне нужно на самом деле забафаться. Вот таким вот образом. Хоть, все, отлично. А, их трое, я понял. Это тима, ребят.
ребят. Я понял, как обычно, ничего не изменилось. Давай, нападай. Давай. Я тебя буду просто жать с топорика, тем временем кушая стейк. И посмотрим, кто кого. Давай, трое, втроем на меня. Ну давай, чисто посмотрим, кто кого. Чисто посмотрим. У меня есть стрелы, ребят, если что. Жесткие стрелы. Можно зажаться, в принципе. Но это говно будет ливать свою трапку. И они друг друга типа хлопуют. Но блинский. Это на самом деле жестко. Смотри, он везет типа его в трапку, чтобы вот меня оттолкнуть, как бы своим мечиком вонючим. Ну ладно, окей, ну ладно. Смотри, в трапку прыгнули. Просто. Нет. Я забыл взять тотем. Как обычно. Всем пока.